Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в зале «Зарядье». Обращаем ваше внимание, что проводится трансляция концерта. На сцене Московский государственный академический симфонический оркестр. Марис Равель. Вальс. Хореографическая поэма. Дирижер Кристиан Кнап.
Марис Равель, «Шахерезада». Три поэмы для голоса с оркестром на слова Тристана Клингзора. «Азия», «Волшебная флейта», «Равнодушный». Обращаем ваше внимание, что части исполняются без перерыва. Аплодисменты между частями не предусмотрены. Дирижер Кристиан Кнапп, солистка Хибла Герзмава.
Thank you.
Марис Равель, Болеро, дирижер Кристиан Кнап.
На сцене Московский государственный академический симфонический оркестр. Полонез Петр Ильич Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин». Дирижер Кристиан Кнап. Thank you.
Петр Ильич Чайковский. «То было ранней весной». Слова Алексея Толстого. Дирижер Кристиан Кнап. Солистка Хибла Герзмава. «Серенада, ты куда летишь, как птица?» Слова Эдуарда Тюркетти. Субтитры сделал DimaTorzok.
Легенда. Слова Алексея Плещеева. Вальс из оперы «Евгений Онегин». Thank you.
«Забыть так скоро». Слова Алексея Апухтина. Горнями тихо летела душа небесами. Слова Алексея Толстого. Душа небесами.
дитя, под окошком твоим. Слова Константина Романова. «Кукушка». Слова Алексея Плещеева. Очень многих. Неужели?
«День ли царит?» Слова Алексея Апухтина. Воспрянула слово любовь.
Yeah.